происходит? Куда я попал? Куда? Какой пропуск, блядь, Виктор? Какой-то комп. Ладно, Виктор толкает. Всем привет, с вами я, SpaceTall, я вернулся на ней. Эта игра «Мой компьютер танцует». Что это значит? Я без понятия. Типа, окей, начать игру. Дорогая! Я обосрался. Авард модуляр, бла-бла-бла, туда-сюда, мейн процессор. Checking your rooks. Биос рейди. Нифига себе. Вирус, нет. Ну, мне не знаю, что это игра, с такого челика, как Саша. Какая-то вирусня есть. Мне так понимаю, это скачивание вируса. Что желаете сделать? Запуск левел 1. Идет запуск системы, пожалуйста, подождите. Ой, какая крутая музычка. Ага, я могу вот так что-то делать. Давайте снимем в интернет-эксплойер. Странно. Этот браузер должен работать. Но раз уж я появился, то... Добрый день. Вас приветствует Опин Ли. Это я. И добро пожаловать. Добро пожаловать в Lindows LP. Выбрали вы его сами, или сделали это за вас. Это лучшая операционная система из всех. Точно? Так или иначе, в этой операционке есть один существенный недостаток. А вот он и я. Это ее очень плохая защищенность. Знакомься, это Вирусняй, мой старый враг. Я принес вам приятные новости. Я нашел новый способ заразить все здесь. Отвечаю, будет веселуха. Но не подглядывайте, а то испортите сюрприз. Окей. Как же я завидую тому, что его создатель постарался и сделал озвучку, а у меня всего лишь один синтезатор речи на всю систему вместо нормального голоса. Но ладно, я привык. Он собирается вновь накидать здесь всякой всячины, дабы нагрузить систему и уничтожить ее. Однако у нас есть козырь в рукаве. Минутку. Паскил, так. Прекрасно. Теперь мы слышим и видим то, как он будет себя вести. Так, значит, когда я скажу вправо, то атака пойдет вправо. Он собирается опробовать команду. Чтобы защитить систему, перетащи мой защитный купол в то направление, куда сказал Вирусняй. В нашем случае, в правую часть экрана. Вправо. Защитный купол на подходе. Воспользуйся им. Вот так, обязательно закрой купол, чтобы те вирусы, что ты поймал, не распространились. И закрой, и закрой. И закрой. И закрой. И закрой. Ё-моё. И закрой. И закрой. Значит, если я скажу влево, то будет то же самое, но налево. Лево. Он атакует влево. Перетащи купол в ту часть экрана, куда чудно. Всё. Хотел бы предупредить, что эта операционная система не особо мощная, поэтому иногда окно может не закрываться, или же сама система немного зависнуть. Так что не удивляйся тормозам. Окей, не буду. И закрой. Исходя из этого, сказав вверх, по аналогии, я атакую наверх. Вверх. Он атакует вверх. Перетащи купол. Молодец. Вау! О нет, из-за того, что вирусня здесь, система начинает выдавать ошибки. Как только видишь подобное окно, закрой его как можно быстрее. Они тормозят систему. И закрой, и закрой. Значит, сказав вниз, очевидно, я атакую вниз. Вниз! Он атакует вниз. Перетащи купол в ту часть экрана, куда показал вирусня. Не диалоговое окно мешает! А я закрою. А я выброшу. Прекрасно. Мне просто залагало видео. И закрой. О, да. Думаю, пора начинать.
Следующая вещь, о которой ты должен знать, это все, что есть на этом компьютере, работает под ритм. Все процессы, вся система, все работает в такт музыки. Даже вирусы. Когда вирусняк закончит командовать, купол откроется по команде «давай». После того, как все атаки отражены, закрой купол только по команде «закрой». И дальше продолжай слушать команды вируснии. Позволь продемонстрировать тебе. Что? Все, технодом окончен. Давай. Опа. И закрой. Слушай вирусню и отражай его атаки. Я понял. Погнали! Давай. И закрой. Нет-нет, ты должен обязательно закрыть окно точно в тот момент, как я говорю, и закрой. Покажу тебе еще раз. А, ок. Давай. И закрой. Слушай вирусню и отражай его атаки. Ух, окей, погнали! Право. Давай. И закрой. Нет-нет, ты должен обязательно закрыть окно точно в тот момент, как я говорю, и закрой. Так. Покажу тебе еще раз. О, у меня, кстати, лицо позлее стало. Давай. И закрой. Слушай вирусню и отражай его атаки. Да я понял, но что за говно? Право. Давай. Закрой. Нет-нет, ты должен обязательно закрыть окно точно в тот момент, как я говорю, и закрой. Покажу тебе еще раз. Я понял! Давай. И закрой. Слушай вирусню и отражай его атаки. Ух, это слишком право. Давай. И закрой. Нет-нет, ты должен обязательно закрыть окно точно в тот момент, как я говорю, и закрой. Покажу тебе еще раз. Точно в тот момент. Давай. И закрой. Слушай вирусню и отражай его атаки. Я тупой как? Право. Давай. Право. И закрой. Нет-нет, ты должен обязательно закрыть окно точно в тот момент, как я говорю, и... Все. Погнали. И... Право. Давай. И закрой. Право. Право. Давай. И закрой. Лево. Лево. Окей. И закрой. Лево. Лево. Давай. Лево. Лево. И закрой. Вверх. Давай. И закрой. Вниз. Вниз. Давай. И закрой. Окей. Право. Вверх. Право. Давай. И закрой. Право. 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 Давай. И закрой. Лево. Право. Давай. И закрой. Право. Лево. Давай. И закрой. Вверх. Вниз. Давай. И закрой. Вверх. Право. Давай. И закрой. Вверх. Вниз. Лево. Давай. И закрой. Вниз. Лево. Давай. И закрой. Лево. Право. Давай. Закрой. Лев, 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 лев. Давай. И закрой. Полда. А, время, да, да, зажигать. А, что значит зажигать? За курсором ты своим следи, в черную зону не попади. Удастся ли тебе выжить? Смотри. Давай. Окей. Смотри. Давай. А? Смотри. А? Давай. А? Смотри. Давай. Смотри. Давай. Ё-моё. Смотри. Давай. Ух. Смотри. Давай. Смотри. Смотри. Давай. Да. Победа. Иди в жопу. Антивирус! На!
Изи. DCB. Ран. Неплохо! Не очень хорошо, однако прогресс виден. Продолжай тренироваться. Да пофиг, я продолжаю. Нет, не надо. Ааа, вот он где-то танцует. Ах ты ж. И все? Серьезно? Серьезно, да? Больше ничего нет? Ладно, я думаю, мы знатно танцевали. Особенно мой компьютер, просто он... Я его не могу поймать, он танцует, просто я вот пытаюсь его поймать, но нифига, просто я не могу за ним ухватиться, но надо еще всякие окошки закрывать. Ладно. В принципе, мне понравилось. Прикольная игра. Жаль, что всего лишь вот столько сделано. И... Да. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Говняное возвращение получилось с каким-то с какой-то игрой. Ну, типа, она крутая, да, но. Она его что-то грандиозная. Типа, подождай за Sonic Frontiers, и поиграй в Sonic Frontiers. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.